Ну что ж, такая... Хорошо, по всему корту играет и Кириленко. Ну, это очень неудачно. Это не укороченный, это был... И опять за... Ну, сейчас ух ты, как, какой открытый теннис. Ну что ж, молодец. Рывочек совершил. А вот переиграл сейчас Кириленко. Ну, молодец. Но он сейчас очень... Который, в общем, не знают местность, местную... которые не очень хорошо разбираются в том, что вокруг них происходит, но тем не менее всегда очень вежливые и стараются как могут помочь. Ну, вот единственное, что они не могли никак предсказать, это что погода будет чудовищной. Чтобы чувствовать себя хорошо не только сегодня, но и в последующих встречах. Не, я надеюсь, что сегодня все должно закончиться нормально. Отличный ответный удар. Сначала... Да, точно в линии. Ой, здорово. Ой-ой-ой. Ну, это мяч был хороший. Корта, я не исключаю, что будет переигровка. Нет. Thank you.
С укороченным что-то не очень хорошо получается у Маши, но и этого оказалось достаточно. Ну что ж, красиво. Первую партию Маша 6-3. Отличная подача. Здорово. Очень хорошо. Борьба и в матче Николая Давыденко и Михаила Южного против братьев Брайана. Ну, мы знаем, что братья Брайана – это, в общем-то, одна из лучших пар мира в течение последнего десятилетия. Отлично сыграла Маша. Замечательно. Отлично. Первый раз не удалось добить. Хотя был вас. Молодец. Ну, вот этот бекхенд у нее. Отлично. Подача на вылет. Хорошо поставлено. Хитер в этом гейме зацепиться, то она может бороться за равновесие. Но Маша это. Ты попала в линию точно, Уотсон. Отлично, против хода. Не ждала сюда Хитер. Она... Коротко. Неплохо сейчас. Очень приятно, что она все равно борется за каждый мяч, за каждое очко. Ну все. Все закончилось хорошо. 6-3, 6-2. Довольно хороший, легкий счет. Маша победила.
победила, в общем, 6 эйсов против 1, 21 ошибка у Уотсон против 15. Посмотрите, как остро играла в втором сете Маша. Если в первом всего на